Медведи в городе. Департамент по охране и надзору за использованием объектов животного мира и среды их обитания просит магаданцев быть максимально внимательными в лесу. В регионе живет 8 тысяч косолапых. Их ареал обитания все больше сдвигается в сторону городской черты, говорят колымские охотоведы. В это время года медведи чаще всего появляются в районе окраин, в частном секторе, на дачах и в местах отдыха колымчан. В конце июня медведь загрыз участника геолого-разведывательной экспедиции. Тело 68-летнего мужчины с признаком насильственной смерти нашли в 150 километрах от поселка Амсукчан. При встрече с медведем можно позвонить в департамент по охране и надзору за использованием объектов животного мира и среды их обитания Магаданской области по телефону 649-121. Телефон службы спасения 101. С мобильных телефонов 112.